Виртуоз на сцене русского театра появлялся не раз. От постановок русской классики до «Мышиной железной дороги» в уголке Дурова. Однажды паровому локомотиву довелось сыграть в спектакле главную роль. В 1838 году движение поездов на паровой тяге между Петербургом, Царским селом и Павловском стало регулярным. Публика радовалась, как новой игрушке первой железной дороги. Катание на поезде было модным развлечением. А Павловский вокзал с музыкальным салоном и рестораном на долгие годы стал одним из любимых мест отдыха знатных петербуржцев. Огнедышащее диво, паровой локомотив у пассажиров вызывал трепет и восторг. Народ раскупал лубочные картинки с паровозом. Кондитеры украшали его изображениями торты и пирожные. Не остался в стороне от сенсаций и флагман культурной жизни Петербурга – Александрийский театр. С июня 1838 года на его сцене с успехом шел водевиль «Поездка в Царское село по железной дороге». Автор пьесы Павел Федоров написал ее по заказу акционеров Царско-сельской дороги и отвел паровозу одну из центральных ролей. Именно благодаря железной дороге удается устроить счастье двух влюбленных – сироты Наденьки и чиновника Сашина. Публике нравились жанровые сценки на станции, в буфете и возле кассы. А появление главного героя действа, паровоза, зрители неизменно встречали овациями.